Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень легкий, очень полезный, ну, в смысле, совсем не вредный дип. Дип мы будем готовить из шпината. Для этого блюда нам нужно совсем немножко. Нам нужен шпинат, вот у меня такая чашка, сметана, затем это у меня водные каштаны в баночках и ложка куриного бульона сухого. Наливаем в кастрюлю воду, засыпаем туда немного соли, у меня чайная ложка, закрываем крышечкой и включаем для того, чтобы он начал кипеть. А я в это время займусь шпинатом, я его порежу. Резать мы будем вот такими длинненькими штучками. Вот так вот. Вода закипела, и мы отправляем туда шпинат. И варим его ровно 5 минут. 5 минут прошло, и я сливаю в дуршлаг наш шпинат. Вернее, сливаю воду с него. Шпинат пусть у нас стекает, но я в это время займусь нарезкой каштанов. Режу я их небольшими кубиками. Вот примерно вот такие вот у нас получаются. Даже не кубики, а такие прямоугольнички. Совсем мелко резать не надо. Они должны чувствоваться, они должны хрустеть у вас немножко. Каштаны порезаны. Я их кладу в миску, где буду формировать наш дип. Каштанов у меня ушло 100 грамм. Сюда же я добавляю шпинат. Теперь добавляю 200 грамм сметаны. И еще я добавляю одну ложку бульона. У меня сверху. Ложка у меня чайная добавляется, на всякий случай. И все хорошо перемешиваем. Ну вот наш дип и готов. Он имеет консистенцию сметаны. И сейчас перекладываем наш дип в красивую вазочку. Либо в судочек и отправляем в холодильник. Но так как у меня приходят гости, я его вот так сервирую. Вот такое блюдо у нас получилось. Возможно, для вас оно немножко необычное. Но поверьте мне, если вы попробуете, вам это понравится. Ко мне приезжали гости, и им очень понравилось. Они первые, что съели это блюдо. Кушают его обычно с хлебом, либо с чипсами, либо с соленым печеньем. Намазал, съел очень вкусно. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, всего хорошего. Берегите себя, заходите еще. Впереди очень много интересного. Счастья вам!